Привет, ребята, это Алена. Сегодня говорим с вами про здоровый иммунитет. Ну, понятно, что все знают, что нужно правильно питаться, высыпаться, двигаться, отдыхать, избегать стресса. Надеюсь, все это знают. Но есть еще другой подспудненький такой момент. Это токсическая нагрузка на организм, качество продуктов питания, которое сейчас о май гады был во многих случаях и соответственно у многих есть дефицитарные состояния про иммунитет неспецифические механизмы могут привести к проблемам и здоровье желудочно-кишечного тракта это самый большой барьер между внешней и внутренней средой соответственно если что-то идет не так то или продукты некачественные, или еще что-то, начинает страдать иммунитет. Соответственно, я могу сказать, что здоровье ЖКТ как основа, это база иммунитета. Следующее, если есть какие-то проблемы, можно попробовать кошачий коготь, иммуномодулятор, он правда работает, защитную формулу, это микроэлементы и антиоксиданты. Можно попробовать пчелиную пыльцу, соответственно, это поддержка минеральная организма. Можно попробовать колострум на основе молозива, содержит бесценный комплекс антител и биогенных регуляторов, то есть биогенные амины. А другой момент, красный клевер э, стимулирует работу лимфатической системе и способствует выведению токсинов из организма. И э, если э, все это э, продумывать вместе с питанием, поверьте, иммунитет у вас будет на пятерочку. Э, соответственно, пишите вопросы.